Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Специально для паблика «Достойные фильмы», в который раз, находясь неизвестно где, находясь в Бангладеше, сходил на фильм «Мачете убивает». Значит, ну что можно сказать про кино? Не скучное, совершенно дебильное, ну блин, смешно. Ну реально смешно. Короче, «Мачете», вот старый мексиканец, такой ебало, который на самом деле сидел в тюрьме, и по этому случаю его взяли в кино сыграть роль вот преступника. Он сыграл, и стали брать его везде играть преступников. Вот. Куча блядей, короче, боевые бляди, где они вот боевые бляди стреляют сиськами. Значит, шлюха, проститутка, короче, все как надо. Много топовых актеров. Президент Крысохер легализовал марихуану в Америке. Вот. Ну, примерно как у нас. Только у нас легализовали курительные смеси и педофилию. За борьбу с педофилией возбуждают уголовные дела. Все. Короче, идете смотреть фильм «Мачете убивает» в том случае, если ну, хочется просто посмеяться, поразвлечься весело и нормально. Если вы хотите умных фильмов, то смотрите новости на Первом канале. Там не врут и заставляют глубоко задуматься. До новых встреч!